가자 가자. 오늘은 펜션 가는 날입니다. 네. 어, 우리 커플이네. 유후. В общем, на улице льет дождь дикий, а мы туристы, мы едем в горы, в пансионат, собрались уже. Вот, времени у нас сейчас 10:18, я чуть-чуть припозднилась. Ой, в общем, я, наверное, сейчас еще немножечко вздремну, пока по дороге. Времени займет много, поэтому я еще отдохну, полежу. На бананам каджуанны. Я такая голодная, надо сейчас что-нибудь будет купить в магазинчике. Вот. Фуф. Погодка, конечно, не для путешествий, но все равно мы там будем внутри, все, поэтому нам только главное до туда доехать и все. В принципе, корейский вы сегодня увидите прям, что из себя представляет корейский пансионат и поездка с друзьями в корейский пансионат. Мы приехали, уже некоторые закинули вещи и в составе 4 человек. Сейчас едем закупаться в магазин мясом и всем оставшимся. Остальные там пока что распаковываются. Супермаркет доехал. Освободили место. Вон они там выбирают, что будут пить. Так, я сейчас вам покажу. Смотрите, какой замечательный отсюда, во-первых, вид на горы. Дождик уже почти прекратился. Такой туманчик, так красиво. И вот наш пеншн. Это вот, вернее, не наш, вот наш. Наш посерединке. Вот два этажа, то есть мы полностью вот это вот здание арендовали. И сейчас вам покажу, что здесь есть. Так. Значит, здесь вот такая веранда, здесь столики. Ну,
Окей. Вот, значит, потом мы здесь раздеваемся. Чем сегодня? Незаменная. Пеком. А вот. Здесь такая комната. Здесь вот так вот. Столики, здесь комната. Вот здесь мы будем все на полу спать. Ну, не все, только часть. Потом здесь вот так вот кухня. Туалет. И чина... Вот такие улакая. Чего-то пакеса? Так, и сейчас покажу второй этаж. Есть такая лестница снаружи. Так. И поднимемся на... Вот открыто? Ой, так, что-то как-то... Ага, ага. А, ну тут все то же самое. Здесь вот кровать только есть еще. Будем играть в камень, ножницы, бумага. Кому выпадет где спать? Нас, по-моему, человек 11. Так, ну вид отсюда, конечно, замечательный. Просто замечательный. Но где кассо? Тоги чин, чинче татэтэ. Татэтаго, о. Татэтаго, чимдэдо икко. Да, и чинэсэ чаго сипа. Смотрите, влажность так поднялась, вообще ничего не видно. Только что еда, я вам показывала недавно, что там горы, и уже вообще ничего не видно. Начинается основное застолье. Сейчас потихоньку будем накрывать на стол.